Когда я думала об этом пространстве, я поняла, что наиболее подходящий угол вот этот. А беседка раскроется веером от забора до забора. Часто при закладывании фундамента загородных построек приходится проводить ряд подготовительных работ. Выкапывать ямы, выравнивать поверхности. Мы пошли другим путем и решили установить фундамент на винтовых сваях. Такому фундаменту даже гидроизоляция не нужна. Обрезаем каждую сваю по уровню и привариваем металлические оголовки. Функцию нижней обвязки в данном случае выполняет деревянный ростверк, который фиксируется с помощью специальных шпилек. Теперь устанавливаем вертикальные стойки. Они должны быть основательными, ведь будут держать всю конструкцию. Набиваем лаги для пола. Ну вот, скелет нашей будущей постройки готов. Теперь здесь раскрылась веером чудесная беседка со столом и даже гамаком. Малосимпатичный металлический забор спрятался за красивыми деревянными шпалерами из лиственницы. Но, несмотря на всю перестройку, свободного места осталось много, ведь самое главное – грамотно распорядиться пространством.